Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет распаковка моего заказа с сайта Василёк, любимый Василёк. Заказала я там, в общем, всякую одежду для себя, для своих мужчин. Так что давайте вам все покажу. И не забывайте, что ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Если вы проходите по ссылке и ничего нет, значит, этот товар уже закончился. Такое там бывает очень часто, особенности на всякие спортивные костюмчики. Детская одежда тоже быстро очень разбирает. Но ссылочки я постараюсь вам все оставить. Давайте покажу заказ. Ну, давайте и начну. Я, во-первых, положили в подарок вот такую маску. У меня уже, наверное, скоро будет коллекция. Больше похоже, да, такой на такой, как мячик, что ли. Прикольная. Вот. У меня уже три масочки такие есть. Ну, классные, на самом деле. Стираю их, проглаживаю, и можно снова в магазин, да, идти. Одеваю я маску только в магазине, что у нас просят одевать в магазине, особенно на почте очень просят одевать. Так, ну давайте начну с мужчин, с моих. Заказала нижнее белье. Мне оно, кстати, сейчас вот распаковывала, по качеству очень сильно понравилось. Вот такие, скажем так, семейные трусы. Мои мужчины в них спят. Такой тоненький хлопок. Вот сейчас на жару очень классно, но это не синтетика, девочки, это реально такой тоненький хлопочек. Очень такие классные. Так, котеечка ко мне пришла помогать, да, котеечка? И вот такие тоже обычные, они идут в упаковке по две штуки. Вот такие, в общем, серые, черные, естественно, ну и вот такие вот еще взяла. Тоже вот эти вот уже, то есть вот этот хлопок более тонкий, вот эти уже потолще такой хлопок, но они приятные, тянутся, не какая-то там, знаете, синтетика, моим очень нравится, так что взяла. Котеечка меня поддерживает. Так, заказала еще младшему вот это ребенку моему, во-первых, вот эти костюмчики на лето, девочки, это супер классные костюмчики для ребенка, вот эти вот тоненькие такие, ну как они тоненькие, они не подсаживаются, не растягиваются, дырки здесь не появляются, по швам не ползут. Вот такие шортики, которые идут на резиночке, да. И футболочка. У меня уже есть такой синий костюм, вот такого цвета синего. Еще какой-то костюм такой я брала уже. Очень нравится моему ребенку. Он вот так вот часто костюмом и носит. Ну, младшему моему сыночку очень ему понравилось. Классные. Стираем, носим. В общем, не знаю, у меня уже пережили они много-много стирок. И ничего с ними не стали. Даже у тех рисунок не испортился. Поэтому я ему заказала вот в таком, ну, как бы не белом, в таком светленьком цвете. И заказала вот такую еще светленькую футболку. Все-таки, ну, все мои мужчины, конечно, любят. И младший в том числе у меня любит все темное. Но вот я решила, что нет. Надо как-то вот разнообразить гардероб. Заказала ему вот такую светленькую. Тоже очень такая качественная, приятная к телу. Такой даже как немножечко трикотажная. Она такая очень, ну, по качеству мне очень нравится. Так, ну, а своим старшим мужчинам, старшему сыну, племяшке и мужу я тоже заказала по футболочке. Вот такой, смотрите, классный принт. Ой, девочки, ну мне понравилось. Охотник года. Ну, посмотрите, красота же, да? На самом деле, этот рисунок такой, он как прорезиненный немножко. В общем, заказала две одинаковые футболки. Думала, что вот это пойдет у меня старшему сыну. И точно такая же. То есть, вот это у меня 46 размер. И точно такая же в 54 размере. Я думала, что это пойдет у меня... То есть 46-я пойдет старшему сыну, это пойдет у меня племяшке. Племяшка-то, кстати, до меня еще не доехал пока, но обещал, обещал приехать. Вот. Но получается, они какие-то большие, на самом деле, какие-то большие мерки. Или я, наоборот, привыкла, что маломерки идут у Василька. Не знаю, но вот они действительно большие. Вот это даже, наверное, просто у меня племяшки подойдет. Ну, в общем, они у меня намерятся тут. Я оставлю их, померят, посмотрят, что кому подойдет. Вот это вот 54 размер, а под ней... Видите, даже она меньше. Лежит футболка, которую я заказала мужу. Это 58 размер. Вот это, кстати, 54, скорее всего, подойдет моему мужу. И она чуть-чуть даже меньше, чем вот это 54 размер. То есть вот я ее приложила, она даже чуть-чуть вот та беленькая. Ну, нет, одинаковая. Одинаковые они идут. То есть та, которая вот эта 58, то есть вот эта маломерит, она реально идет на 54 размер. Как раз моему мужу подойдет, будет отлично. Но вот это тоже, наверное, останется моему мужу. Получается, у меня старший без всего. Ну, ладно, ничего страшного, потом еще что-нибудь закажу тоже.
Вот. Ну, в общем, померят они мне тут придут. И посмотрим, что кому достанется. Но качество футболок мне тоже очень нравится. Такой, как трикотаж. Ну, такая расцветочка под меланж идет. А вот эта беленькая тоже. Вот эта белая вообще очень плотная. Но, получается, мало мерят. Ну, очень плотная такая футболка, классная. Мне прям понравилось по качеству. Тоже вот мужу сколько заказывала футболки, стираю, и ничего с ними не случается. То есть вот такой принт идет. Ну, кстати, хорошо, что я 58 размера заказала. Почему 58 взяла, не знаю. Вот, но вот такая вот футболочка. Ну, а теперь для себя. Заказала я две пары леггинсов. Вообще в леггинсах, ну, очень... Леггинсы вообще очень удобная вещь. Я в них обычно очень люблю в них работать в саду. Ну, когда прохладная погода, одеваешь леггинсы, футболку или какую-то кофту, и все, и пошла, ни о чем не думаешь. Единственное, что так как я в них работаю в саду, или даже если какую-то там прям генеральную уборку дома, то они, соответственно, быстро выходят из строя. Вот у меня предыдущие леггинсы, там уже просто там даже зашивать уже нечего. Вот. Но их предыдущий покупал не в Васильке, тоже стиранные, перестиранные. Все, думаю, надо как бы обновить себе, тоже неприлично даже в огород выходить. Взяла вот такие, они как бы типа под джинсы. Я взяла самый маленький размер. Они очень хорошо тянутся. Это 42 размер, да? Да, 42 я заказывала. Очень хорошо тянутся. Здесь вот видите по составу 65 хлопок, 30 полиэстер, 5 спандекс. Но тянутся очень классно. Тоже я примерю, покажу, как они смотрятся. Вот такие типа под рваные джинсы с длинной футболкой. Мне кажется, попу они будут, наверное, просвечивать. Но если длинную футболку одеваете, то очень удобно. Или какую-то тунику, да. И просто обычные вот такие черные, самые простые. Они чем-то напоминают, как колготки. Но это леггинсы. Вот такие классные. Тоже, видите, 42 размер взяла. Вот, ну классные на самом деле. Я люблю такие вещи, потому что я люблю одеть теплый носочек какой-нибудь еще сюда. Вот. Ну да, чем-то напоминают они, кстати, колготки по своему качеству, видите. Вот, ну класс на самом деле. Вот, мне для работы, для дома вообще отличный вариант. Они тоже стоили что-то недорого. Вот, примерю покажу. Так, еще я взяла себе вот такую тунику. Она мне очень приглянулась на сайте, но она действительно, кстати, очень классная. Здесь идет, видите, вот такой, то есть одна часть короче, другая подлиннее. Я взяла 44 размера специально, чтобы она сидела на мне так оверсайз. Кстати, можно вот с этими леггинсами, да, например. Ну, правда, эти леггинсы такие больше как колготки. Ну, в общем, сейчас померю, посмотрим. Вот, и вот такую туничку, здесь идут кармашки, здесь такой рисунок. Ну, кстати, рисунки вот эти вот, сколько я заказывала у Василька, они не облазят. Ну, и вот такой вот рукав, тоже покажу, как смотрится на мне. Сейчас у нас, правда, жарко, но когда я заказывала, было еще прохладно. Во-первых, у нас в Питере, во-вторых, у нас жаркая погода, это такая вещь, скажем так, непостоянная, поэтому плюс еще на сайте подобные вещи, вот такие туники, какие-то спортивные толстовки, спортивные костюмы очень быстро разбирают, поэтому если вы делаете заказ, видите там какой-то костюм, который вам приглянулся, то заказывайте, даже не раздумываете. Вот, сейчас примерю тоже покажу. Итак, вот эта туничка. Вот, слушайте, девочки, мне очень нравится. Очень вообще. Она такая свободная. Здесь кармашки тоненькая на вечер. Ну, здесь вот по участку ходить. И вообще, то есть сзади она тоже, видите, идет разной длины. Ну, и полосочка черная. С стороны черная. Мне кажется, очень классно. Мне нравится, что она такая свободная. Выглядит как даже такое платье, что ли, не знаю. Ну, прикольно. И вот эти вот леггинсы. Вот они обычные. Кстати, они совсем не просвечивают белье. То есть можно как бы спокойно ходить и более короткое что-то одевать. Вот, обычные такие леггинсы черного цвета. Подо все подойдут. С какими-то длинными футболками. Вообще, слушайте, ну мне так нравится. Мне нравятся они как раз таки с черными леггинсами. Прикольно получилось. Рукава такие тоже. Класс. Сейчас одену другие леггинсы. Тоже покажу, как смотрится. Вот другие леггинсы, вот так вот они смотрятся, такие темные, темный джинс. Тоже они не просвечивают, классно сидят, очень мягенькие, удобные. У меня рост 1,65 м, но еще есть у меня вот здесь вот запасик такой небольшой. Вот, ну классные тоже леггинсы, прикольно сидят с какой-нибудь футболкой. У меня много таких длинных футболок, которые мне когда-то были как раз, а сейчас они мне великоваты. Вот, тоже прикольно будет. Для дома, для работы, для уборки. Вообще супер. Ну, леггинсы мне очень понравились. Надо будет потом еще взять себе каких-нибудь.
Вот, ну классные, очень хорошее качество. Все они такие, видите, прям плотненькие. Хорошо сидят такие, тянутся очень хорошо. И последнее, это вот такой классный костюм. Я, в принципе, сделала заказ, потому что увидела на сайте вот этот костюм. Очень давно я хотела подобную вещь. Кто смотрит мои влоги, тот знает, что мы любим устраивать вечером такие вечерние променанды на Финский залив. И вечером бывает очень холодно. Ну, как бы не очень холодно, конечно, прям, но прям прохладно. Плюс я достаточно такой человек, который любит мерзнуть, скажем так, который постоянно мерзнет. И этот костюм, посмотрите, он просто нереально теплый. Он нереально теплый вообще. Я взяла тоже специально в 44-м размере, так как это у меня костюм для прогулок. Я собираюсь, ну, как бы хочется, чтобы было комфортно, а не в обтяжечку ничего, да. Ну, и плюс расцветка такая достаточно нейтральная. Вот такие брючки. Вот. С кроссовками будет просто классно. И здесь вот идут вот такие кармашки на резиночке с завязочками. И штаны тоже, посмотрите. Вот этот, я это называю начес. Вот этот начес, это просто, они как я не знаю, мне кажется, даже зимой можно одевать под какую-то куртку и под ту же жилетку. И вообще ни разу не будет холодно. Даже карманы вот здесь вот утепленные, девочки. Просто бомбический костюм. Вот эти костюмы с Василька, это моя любовь. Просто классно. И вот сейчас я вечером на прогулку в прошлый раз заказывала такой красный костюм. Сейчас я его просто постоянно одеваю. В общем, сейчас примерю, покажу, как смотрится на мне. Тут еще, да, вот такой капюшончик есть. Тоже, кстати, капюшон тоже утепленный. Так что класс. И вот этот вот классный костюм, девочки, вообще, он такой теплый, мне кажется, еще зимой можно будет в нем ходить. Очень классный, ну и расцветка такая, мне нравится. Вообще, она сидит на мне хорошо, вот самое то, это 44 размер, предыдущая туника тоже была 44 размера, вот эта красная. Получается, мне кажется, этот костюмчик немножко маломерит, то есть вот брюки вообще хорошо на мне сели, то есть что самое оно как раз. Вот, уже тут кармашки здесь такие, то есть они как бы не сильно в обтяг, есть еще, видите, здесь немножко, но при этом то, что нужно. И кофта тоже не сильно большая, вот то, что нужно, можно еще, если совсем холодно, какую-то футболку под ней садить, и будет классно. Но мне очень нравится, он такой теплый, у него даже капюшон тоже такой, ну, достаточно большой, утепленный внутри, и даже здесь карманы, и то на карманах сделано внутри флис. То есть очень классно, мне понравился вот этот костюм, я прям безумно довольна. Так что, девочки, если видите костюм, обязательно заказывайте, они очень классные. Девочки, я прям очень довольна этим заказом, особенно вот этим теплым костюмом. Это просто что-то классное, вообще нереально. И мне кажется, я давно, 100 лет уже хотела такой костюм. Тепленький, чтобы он был, чтобы не мерзнуть, потому что мы иногда, бывает, идем вечером гулять, и я замерзаю. Такое бывает достаточно часто. Ну и вот эта туника, мне она очень нравится. Мне нравится, что она такая прям широкая на мне, мне кажется. Ну, это и удобно. Я, скажем так, люблю разнообразие, поэтому с удовольствием буду все это носить. Не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!